привет, друзья! Ну что, мы наконец-то добрались до выставки «Мобилистика», которая проходит по совместительству с 18-м или каким-то там международным автосалоном «Крокус-экспо». И что привлекло наше внимание? На стенде «Романов Моторс» мы видим новое их детище, новый их продукт – это эко-лавочка. Что сейчас так необходимо в парках? Это уютный, компактный релакс. Пойдемте поближе посмотрим. Релакс – место, где можно спокойно заряжать свои гаджеты, что немаловажно. Приехали на моноколесе, на электросамокате, воткнулись в розетку, сами читайте последние новости. Лавочка оснащена солнечной панелью, то есть она питается непосредственно от солнца, что делает ее полностью экологичной. Здесь мы видим уже встроенный USB. Удобно расположились, протянули кабель, воткнули свой гаджет, сидите, заряжаете как телефон, как смартфон, планшет, так и свой другой любой какой-то интересный электротранспорт. Кстати, обратите внимание, велосипеды Grace. Новая линейка у них вышла. Очень интересно. Всегда любил этот немецкий бренд за их строгость, за их подчеркнутость, качество. Вот эти вот 3-киловаттные моторы, которые они, к сожалению, вынуждены ограничить мощностью 500 ватт. Вот. А в целом вы посмотрите, насколько он внушает вам доверие, насколько крепко и надежно все сделано. Ценник, кстати, недорогой, почти как Hyundai Solaris там, 2005 года. Так что кто хочет пересесть с автомобиля на хороший, не какой-то там китайский байк, а на хороший надежный велосипед, рекомендуем Грейс.